День рождения, пора подарков и исполнения желаний. А вы когда-нибудь пробовали не получать, а дарить подарки в свой день рождения? В этом году мы решили разделить свой праздник с другими, устроить доброждение, собрать подарки для одиноких бабушек и дедушек, для детей, которым сейчас сложно, а еще для хвостатых питомцев, которые остались без хозяев. И с подарками прийти к ним в гости. Помогать – это просто. Наша компания родилась в Краснодаре, а значит, и праздник начинается именно здесь. Но прежде чем пойти в гости, подарки нужно красиво упаковать. За это взялись наши волонтеры. Они все сделали с большим вниманием и заботой. Затем волонтеры доставили наши подарки адресатам. Добро всегда возвращается. Очень важно помогать тем, кто рядом. Не все всегда могут о себе позаботиться, тем более животные. Надо делать добрые дела. Это не просто хорошо, это замечательно. Сегодня мы здесь будем с вами веселиться, танцевать, отдыхать, будем пробовать. Всегда есть люди, которые нуждаются в твоей помощи. Хочу выразить слова благодарности компании «Магнит», которая всегда откликается на наши запросы. Они всегда помогают через наш фонд тем людям, которые здесь и сейчас нуждаются в помощи. Шоколад. Много печенья, очень много печенья. Раз, два, три! С днем рождения! Ура! Ну, как известно, день рождения у нас, а подарки для вас. Что же я чувствую, когда делаю добрые дела? Конечно же, радость. Вижу отклик в глазах людей, которым я помогаю. И мое сердечко цветет тоже. Сегодня был этот праздник. Это просто столько жизни, столько радости. У нас никогда в жизни за 9 лет не было такого праздника, как сегодня. Спасибо большое. Просто огромное спасибо. Давайте писать эту историю вместе, потому что дарить добро и заботиться о тех, кто нуждается, может каждый. Пусть доброждение «Магнита» станет праздником для многих. Приглашаем каждый регион подхватить этот добрый челлендж. Давайте поделимся праздником и сделаем это хорошей традицией. Станем частью доброждения. С днем рождения, «Магнит»! С днем рождения, «Магнит»! С днем рождения, «Магнит»! С днем рождения, «Магнит»!